8 декабря в мэрии городской администрации прошло заседание Организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных новому 2018 году под руководством первого заместителя главы администрации Бадыра Ахмедова. Открывая собрание, первый заместитель главы администрации подчеркнул о необходимости обеспечения безопасности в городе во время проведения мероприятий с привлечением всех служб безопасности. Организовать и провести в образовательных учреждениях города, учреждениях культуры города новогодние праздничные мероприятия, утренники, обеспечить активное участие всех учреждений культуры на городских праздниках. В работе собрания приняли участие руководители и специалисты городских отделов, управлений и ведомств, также представители общественных организаций. При проведении праздничных мероприятий главной задачей является обеспечение максимальной безопасности и наличие в местах массового пребывания горожан машины скорой помощи, отметил Бадыров. Обеспечить активное участие всех учреждений культуры на городских праздниках. Провести благотворительную акцию «Новогодний подарок» каждому ребенку, для детей сирот, детей, находящихся под опекой, детей из многодетных, социально незащищенных категорий семей. В ходе заседания были обсуждены вопросы организации и проведения в образовательных учреждениях города новогодних праздничных мероприятий, подготовки лозунгов, афиш и растяжек, организации новогоднего праздника для детей на площади имени Батырмурзаева и другие рабочие моменты. Зарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».